падает. Медленно, медленно выставляем кисть. Раз, откинули вверх. Смотрим, куда? Бедро. Бедро падает. На бедро. Аккуратно выставляем бедро. Только не резкими движениями. Понимаете, это мягкое, легкое перышко. Так, хорошо. Дальше коленку, коленка. Каждый теперь сам представляет, что вы видели каждого взгляд, следящий за этим перышком. Смотрите, куда он падает, на какую часть вашего тела. Поехали. Работаем. Как артисты. Мне было с ними работать одно удовольствие.